Итак, дорогие друзья, вот и настал самый торжественный момент нашей программы. Я приглашаю на сцену шоу участников шоу-конкурса. А ну-ка, парни! А также я приглашаю на сцену для поздравления всех участников секретаря партии «Единая Россия» Николая Алексеевича Балдина. Я хочу всех поблагодарить за предоставленный нам праздничный концерт. Ну а парням, участникам конкурса, браво, отлично, молодцы. Так держать. Куда же вы скрывали свои раньше таланты? Поэтому всем за активное участие от нашего отделения политической партии благодарственное письмо. Благодарственное письмо вручается Кондратьеву Владимиру за активное участие в конкурсе «А ну-ка, парни!». Благодарственное письмо вручается Иванову Алексею за активное участие в конкурсе «А ну-ка, парни!». Благодарственное письмо вручается Горбунову Игорю за активное участие в конкурсе. А ну-ка, парни. Благодарственное письмо вручается Кубину Алексею за активное участие в конкурсе. Благодарственное письмо вручается Соболеву Алексею за активное участие в конкурсе. А ну-ка, парни. Благодарственное письмо вручается Ружину Андрею за активное участие в конкурсе. Спасибо всем, ребята. Поприветствуем секретарь партии «Единая Россия» Николая Алексеевича Балдина. Для поздравления всех участников приглашается на сцену частный предприниматель Валентина Юрьевна Балдина. Мальчишка, где вы скрывали эту награду? Я поздравляю от вас, Ирина Валентиновна. Итак, всех участников поздравляет Валентина Юрьевна Балдина. Вы поразили всех своим талантом сегодня. Для оглашения результатов нашего конкурса я прошу подняться на сцену председателя жюри Оксану Ивановну Калашникову. Желаю всем здоровья, успехов, любви, счастья, всего-всего. Спасибо вам, дорогие наши мужчины. Знаете, парни, вот просто нет слов. Вот на самом деле хочу даже повториться, где вы были раньше. Не видели вас? Где-то вы прятались? Хочу, чтобы почаще вас видели на сцене, чтобы вы дарили то, что вы сегодня здесь творили. Это, конечно, нам всем безусловно.